Почему нужно регулярно посещать врача-гинеколога? До сих пор ответ на этот вопрос вызывает сомнения. Благодаря социальному проекту «Неделя женского здоровья» многие девушки получили полезную привычку регулярно посещать гинеколога. Теперь дело за вами. Подробнее об этом проекте смотрите в нашем последнем сюжете. Что общего между женским здоровьем и красотой? Почему при некоторых косметических проблемах нужно обращаться к гинекологу? Внешность женщины в большей степени зависит от состояния ее гормонального фона. Компания Гидеон Рихтер в своем проекте «Неделя женского здоровья» напоминала девушкам о том, как важно вовремя обращаться к врачу-гинекологу. Ежегодно Гидеон Рихтер проводит социальный проект для того, чтобы девушки задумались о своем женском здоровье, вовремя обращались к врачу, боролись с проблемами, а не маскировали их. Каждая девушка сможет сфотографироваться и поучаствовать в конкурсе «Недели женского здоровья». Главный приз – уикенд на двоих в Будапеште. Акция очень понравилась. Мы сделали красивые фотографии и на самом деле задумались и думаем, что в скором времени посетим врача. Ой, спасибо большое за такую акцию. Я думаю, что это очень здорово, что вы проводите такие мероприятия, потому что все больше женщин должны знать о том, что нужно следить за собой, за своим здоровьем в первую очередь. Кстати, проект реализуется и в аптечной сети «Живика». На самом деле очень было приятно, неожиданно. То есть пришла получить лекарство по рецепту, дали еще подарок, плюс полезная информация. Действительно очень актуально, важно. Кстати, в подарок женщины получат еще и семена для посадки гербер. Весна и цветы, здоровье и красота – все это неразрывно связано между собой. Компания «Гидеон Рихтер. Территория женственности».